Всем привет. Смотрите, раньше машины и там стояли, G-Tour, и тут стояли машины. Теперь много места пустого. Спрашивают, что так. Ну, говорят, работаем, машины распробовали и их разбираем. Всем привет, мы с вами в автосалоне G-Tour. Давайте смотреть, что есть в салоне, какие цены. G-Tour Dashing, классический белый цвет, датчики парковки есть. Двухцветные диски и размерность у нас большая. 19 колеса, если я правильно помню, такие в Тигуанах только в самом жире были. Обратите внимание, какой у нас салон светлый, да, все красиво, тут динамики спереди, у нас имеется люк, только вот руль и огромный экран, ну как бы вот, да, замечательно смотрите, конечно, он нехило так. Смотрим Dashing 6 DST, но робот, бензиновый мотор 1.5, 57 литров бензобак, 147 лошадей, объем багажника, почитайте, это у нас элит комплектация 1.5. И получается, что стальная защита ДВС, защитная сетка радиатора и крыса салон багажника, это доп. Оборудование. Каска за наш счет написана, 2 миллиона 839 стоит машина, и смотрите, и в итоге получается 2 миллиона 319 тысяч 900. Но опять же, все это нужно считать, как бы, да, вот, что получается, что не получается. Ну, как-то вот, за 2 320, да, такую машину забрать практически по цене Весты, да с таким-то салоном и с кучей всяких этих опций, да. Еще у нас, смотрите, Dashing, здесь чуть-чуть уже по-другому салон, видите, как. Примерно такой же, только здесь уже темный салон с красными вставками. Но тот более такой нарядный, да, салончик. Ну, тоже, по-своему, прикольный. Цвет тоже такой неплохой. Датчики парковки имеются. Видите, у нас здесь повторитель как работает. Ну, вот так еще отойду. Здесь куча камер. Круговой обзор. Да, система обзора 36 градусов. Зимний пакет базовой комплектации. Вот так, видите, высоко открывается крышка багажника. Давайте почитаем. Luxury 1.6 Turbo. 3 миллиона 189 900. И в итоге машина стоит, если вот со всеми этими скидками, 2 669 900. Ну, то есть опции побольше, соответственно, и видите, как здесь уже робот семистопка и мотор помощнее 190 лошадок. Как бы вот так. Машины постоянно дорожают, а купить новую все же хочется. Поэтому, если в планах купить новое авто, нужно делать это сейчас и через автоспот.ру. Здесь мы сразу видим цены и скидки. Причем сайт абсолютно бесплатный. А все предложения напрямую от официальных дилеров. Для примера посмотрите, какие цены на китайские кроссоверы. Скидка за наличные в Москве достигает 100 тысяч рублей. А в Питере и вовсе можно найти 200 тысяч скидки. Согласитесь, ради такой экономии можно и другой город сгонять. Также для пользователей автоспот регулярно появляются уникальные акции в виде каска, зимней резины или доп. Оборудования. До 200 тысяч рублей в подарок. И такое тут можно встретить по каждой марке и модели. Ссылку на автоспот оставил в описании. Пользуйтесь. Идем дальше. G-Tour T2. Красивый такой кофейный цвет. Куча камер, датчики парковки, огромные колеса 20-е. У нас самый жир получается при топе 19 колеса, но опять же можно сэкономить и купить при топ, ну как бы, да. И смотрите, вот этот большой экран, когда брал машину на тест-драйв, подключал флешку, в 4К изображение шло на весь экран полностью, на весь. В Dashing'ах он идет на 1/4 экрана, а здесь вообще на полный экран и без тормозов шло изображение в 4К. Вообще капец круто. Мягенько едет машина. Управляется как легковушка. Да, рамшора здоровая такая. Смотрим. G-Tour T2. Робот семиступка. 245 лошадок. Объем топливного бака 70 литров. Expedition у нас комплектация. 3 миллиона 999 тысяч стоит машина. И тут смотрите, 50 тысяч доп. Оборудования. 3DIN 150, и в итоге 3 миллиона 899 стоит машина, да? Такие вот дела. Идем дальше.
X90+. Комфорт у нас комплектация 1.6, робот 7-ступком, мотор 190 лошадок, привод передний, пока осенью уже должны привезти полноприводную машину и вроде как даже с автоматом. Итак, почитайте, какие допы. РРЦ 3 399 900 со всеми вот этими цифрами. В итоге выходит 2 749 900 вот за такую огромную здоровую машину на литье с мотором 190 лошадок и с роботом 7-ступкой. Смотрите, раз какой руль с подогревом, кожаный салон, ну и так далее, да. И тут все делаем мягким и так далее. В общем, такая вот машинка. Эту машину только разогнали, не знаю, уже напечатали, нет. Смотрите, какой салон. Такой бежевый, с белым. Нарядно, все красиво. Уже совсем скоро будет рестайл этой машины, выйдет. Датчик парковки имеется, все такое, да, цена есть. Давайте почитаем. Цвет красивый, вот вообще капец. Сделано классно. Итак, у нас Luxury 1.6, это Jetour X70+, робот 7-ступка, мотор 190, то есть как в той машине. Но так как машина эта поменьше, весит она легче и должна ехать быстрее, чем та. По трассе, кстати, ехал, видел такую машину, достаточно шустро он едет. Итак, 3 299 900 RRC, и еще вот эти цифры посчитайте, и в итоге 2 800, да, машина, если как бы получится забрать. Как считаете, нормальная цена за такую-то машину? Идем дальше. Jetour Dacia. Черный классический цвет. Цветные диски, большие колеса с тонировочкой. Обратите внимание, рейлингов нет у машины. Ну и тут что предлагается. 190 лошадей, робот 7-ступка. Бензиновый мотор 1.6. Luxury 1.6. И в итоге со всеми этими цифрами 2 700, да? 2 670, а цена вообще 389 390. Такие вот цены. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока, счастливо. По предварительной информации, совсем скоро должен у нас открыться салон SoWest, то есть это будет суббренд уже даже не Cherry, а суббренд Jetour, вот как-то так.